Весовая категория 65 килограмм. Тимур Куаныш. В красном Рашгарде, в синем Рашгарде Юрий Юрьев. Тимур Куаныш идет сейчас на победной серии из трех схваток подряд. Юрий Юрьев, наверное, один из самых опытных, по крайней мере, самых активных спортсменов этого дивизиона. 3 победы, 2 поражения в рамках выступлений на турнирах Орлан Грип. Напомню, что действующий чемпион в этой весовой категории — это Харит Ахметов. Не оценил это техническое действие Куаныш Тимур. Работает сверху. Юрий пытается сейчас улучшить свою позицию. Кстати, не так давно Нурбек Талбудин, который является секундантом Тимура Куаныша, рассматривался лигой как один из главных претендентов на пояс в двух даже весовых категориях 65 и 70. Он сам даже об этом заявлял. Но пока что не выступает в рамках Орлан Грип Про Нурбек Талбудин. И сейчас встает на ноги Юрий. Ну, шея осталась в захвате. Неужели сейчас будет гильотина от Тимура Куаныша? Пытается себя сбросить, стряхнуть своего оппонента. И сдает!